Ты хоть бы это, куртку поменял. Нет, я ж в одной, зима же, я ж так хожу всегда, какой менять. Изо дня в день, месяц в месяц, я вот в этом хожу. Все, снимаем? Так. Всем привет, друзья, вы на канале Валдис Лайф. Сегодня наступает момент, когда наконец-то мы погоним вот эту машину, выпрямлять вот эту вмятину. Ну и, соответственно, приводить в идеальнейший вид. Я надеюсь, нам в этом помогут очень хорошие мастера. Пока, конечно, я не знаю, хорошие они или нет. Вот, в общем, скорее всего, я оставлю машину месяца на два там. И не знаю, что меня будет ждать. Возможно, опять ролики по два месяца выходить не будут. А может и будут, но с другой машины, блядь, подсказывают мне. А я пешком буду ходить, да? А ты пешком будешь ходить. Короче, серия начинается. Вы чаек готовите, усаживаетесь. А мы едем в другой город. Название у него Катав Иванов. Все. Там живет тетя Дима Масленников. Там родился Дима Масленников. Нет, там была у него жила бабушка. Насколько он говорил в видосах, жила бабушка в Катав Ивановске. Ну, сейчас мы снимаем машину и едем ее отдавать в, надеюсь, хорошие руки. Ну все, мы начинаем. Поехали. Дорога, снег, луна, дальний. Я туман, ты тайна, все фатально. Встречка, давай детально. Заправка, два кофе, парламент лайс. Красный данхер, гром, дождь. Аквариум, гарантии, злость. Акваминерали, валюм, горы. Радио, помехи, четвертый трек. Кондер, тепло, грусть, крэк. Спидометр за сто, будто один. Серпантин, усну, не буди. Ты с ним, не простить. В мыслях ясней, просто инстинкт. Клик, крик, клип, фон. Пять чувств, но нет ни в одном. Фан, дан, фан, дон. Фак, оф, it's all. Мы понятен смысл этой игры. Мы только в обрыв и летим. Крик, рикошетом от стен. Это шоу мне не по душе. Все, goodbye. Часы рассвет нас настиг. Тупим как авто в час пик. Стереть тебя с карта. He's unbeat. Good girl, goodbye. Непонятен смысл этой игры. Мы будто в обрыв и летим. Крик, рикошетом от стен. Это шоу мне не по душе. Все, goodbye. Ну все, оставляем машину вот здесь. Обещают сделать красиво. Следующая встреча. Не знаю, когда будет. Ну вот буквально крайние штрихи уже. Довожу фару сейчас. Катав еду вот. Там и машина находится. Ну все, довозим. Нам ее уже делают. Останется только оплатить. И все. И будем дальше заниматься этим проектом. Бокс пока закрытый, попросили оставить на заднем сидении. Ладно. Думал, увижу машину, а что-то не получилось. Подснять немножко. Скоро расскажу вам про вот эту машину. Есть идеи, но идеи только с помощью вас все. Такая вот реношка. Что, ребят, вот и подходит к концу наш видеоролик, а это значит, что машина полностью готова. Остались только пару мелких деталей, это пластик внутри салона. Сделали машину довольно-таки быстро, запчасти очень быстро нашли, молодцы ребята. Работу всю проделали тоже очень быстро, где-то 2,5 недели у меня все это заняло. Все это дело обошлось мне около 120, пришлось очень много занять, очень много одолжить, но работа проделана, пару мелких деталей осталось, их я сейчас устраню. Весь процесс восстановления моего автомобиля я не смог заснять, так как
людьми невозможно договориться, когда у тебя мало подписчиков. Когда у тебя мало подписчиков, ты никто, получается, в интернете. Так что, если тебе не сложно, подпишись, поставь лайк под этим видео и напиши комментарий, что ты думаешь о проделанной работе. Заранее попрошу. Ну, на этом, я думаю, все. Кстати, ты дал? Батя из мотоблока, трактор белый. Но как только соберет, покажу сразу же. А мы тем временем отправляемся смотреть проделанную работу. Поехали!